В Саратове чиновников решили пересадить на автобусы и трамваи. Первыми служебных машин лишились руководители транспортных предприятий. Теперь каждая поездка на работу для них настоящее приключение. Померзнуть на остановке, втиснуться в автобус, потолкаться в салоне и лично пообщаться с населением на злободневные темы. Прелести общественного транспорта помогают чиновникам прочувствовать проблему, что называется, изнутри. Итоги похода в народ теперь подводят на планерках и делают выводы. Например, уже усилен контроль за чистотой в транспорте. Пассажиры с нетерпением ждут и других перемен.